Приветствую вас. Я бы на самом деле больше внимания уделял бы, собственно, вам и тому, насколько вы доверяете сами себе. Потому что, не знаю, осознаете вы или нет, но весь ваш текст пропитан такой вот тревожностью, и, может быть, даже страхом, но по факту говорит о том, что вы не способны опереться сами на себя. И вот эта проблема является здесь, как мне кажется, базовой. Мне кажется, что базовая проблема заключается в том, что вы себе почему-то не доверяете. Отсюда ваше желание поговорить с человеком, отсюда ваша в какой-то степени слепое следование психологам, которые что-то говорят. То есть, ну, как бы говорить можно все, что угодно. Советовать можно все, что угодно, но все равно вы по итогу будете делать так, как считаете, например, нужным. Вот. То есть идея здесь, она, на мой взгляд, именно такая. Поэтому я бы рекомендовал все же вам поработать именно с уверенностью в себе. Если таковой вы чувствуете проблему. Ну, если вы ощущаете проблему в этом смысле. Вот. Это, мне кажется, важно достаточно. Дальше. Необходимо вам поближе познакомиться с собой. Ну, со своими чувствами, вот, со своими желаниями, которые у вас есть, со своими потребностями и так далее. Вот. Вот. Это очень важно. Тогда вам не нужно будет пытаться понять других людей, как вы это делаете сейчас. Вот. Как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно,
вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Если вы в этом заинтересованы, конечно же, я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения ваших ситуаций.